Родина Сибири необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Так, и смотрите, все. Неделю назад здесь были прекрасные груши. Это на груши скинуло. Это дерево. Эта груша как-то быстро обезвестила. Только неделю назад мы собирались на груши, вы видели эти фирмы. Смотрим дальше. Кстати, видите, отбракованы вишни. Выкопали и выбросили. Почему? Потому что они без корней. Это корневые отводки. Откуда она? А вот черешня. Вот, прекрасно плодоносит. Она привита на вишне. Вот. А почему на ней холма? Нет, нет, не так. Ох, люблю поговорить. Хлебом не корми. Смотрите, вроде бы на холму, а никаких холмов тут не было. Знаете, почему не было? Вот на одном ряду росли вишни, черешни. И тут же на следующем ряду росли груши. Видите? Теперь так, лучшая груша осталась навсегда, лучшая черешня осталась навсегда. Караул. И между ними метр. Ну что мне, застрелиться что ли? Вот. Ой, помню анекдот, как кончается словами. А мне что, застрелиться? А, это самый. Обезьяна, которая сказала, мне что, разорваться? Я и умная, и красивая. Так вот, я такой умный и красивый. Я не смог решить, который оставить. И это дает прекрасные груши. Я вам показывал еще неделю, на ней висели это, пару ведер еще груш было. И гостей угощал. А вот черешня, это вообще чудо диковина. Ее вообще не должно быть тут. Вот. Вообще не должно быть. А она им есть. Ну, скажите, что это не черешня. Ну, листики уже начали рухнуть. Скажите, что это не черешня. Теперь, раз уж так случилось, значит, это бывший питомник. Поэтому между ними метр-то и случился. И я так как бы Рязанов осел, который умер от голода, потому что не мог выбрать, какая кормушка лучше овес. Вот. Не мог выбрать. О, и та хороша, и та хороша. Так и выбирал, выбирал, умер от голода. Я тоже чуть это, так и не смог выбрать между грушей. Почему она такая, это отдельный разговор, еще поговорим не раз. Когда сбрасываются листва, удобнее говорить о технологии. Вот, и так получается бывший питомник. Никто не садил на холмы. А откуда холмы-то взялись? Раз я не садил, нету, нету. Правильно. Идет время. Холмик еще пока обозначился. Здесь холмик только обозначился, видите. Но уже есть. Для чего? Чтобы не гнила корневая шейка и основание штамба, чтобы не гнило. И укрупняются корни и выдавливают землю вверх. И холм образуется сам по себе. Это заметили такие странные люди вроде меня, что в лесу все крупные деревья на холмах, а с дуру в садах требуют, чтобы мы закопали и сделали ямку, где, чтобы они быстрее сгнили. Нет, учителя этого не знают, просто они не садоводы. Они переписывают то, что было до них, и в результате они распространяют страшную ошибку. А вот мои холмы, доморощенные холмы. Ну, что же делать? Вот они есть. Вот они холмы. Вот, значит, выжили на ровном месте, но именно это же черешня привита на вишню, на штамбовую. Вишня очень крепка на выпривание. Раз. Вот. Груша не так крепка на выпривание. Что спасает грушу? Грушу спасает то, что от рода ей полагается всем веткам расти вверх и защищать штамп от лишней сырости. Это дает ей долгожительство. Вот. Здесь сразу предупреждаю. Для чего мы с Сергеем так отрезаем? Нам нужны ветки на прививку. Вот они, веточки. Но мы укорачиваем жизнь дерева, теперь по ней течет вода. И что делает? Гниет основание штамба. Вот, конечно, это все не один, не два года, а все-таки вот этой груши лет 10-12. Ну и конец близок, сами понимаете.
Но она как могла спасалась, она выкопала себе холм сама. Вот это я и хотел, чтобы вы поняли, насколько важно, а, иметь холмы заранее, и, б, можно садить густо, потому что меня это дерево кормит. Пусть оно не проживет 30-40 лет, вот, потому что вот это постепенно приведет к его уничтожению. Продляю срок так, тут отрезали побег, отрезали побеги получили, вот, отрезали, получили побеги, но мы осветлили крону, особенно ее центр, это страшная вещь, которая недопустима, в принципе, если вы не имеете маточный сад, а специалисты маточного сада не имеют, почему вы все других раскрываете чашу, потому что они никогда не вырастили ни одной абрикоса, ни одной груши. Груши и абрикосы самые капризные на выпривание. Вот. Если я делаю вот это вот, вот, вот это, отрезал, видите, синюю краску замазывали, да. Сергей выше меня на голову достает без этого, без лестницы. И получается, маточное дерево какое-то время еще поживет. Маточных деревьев в стране крайне мало. Вот те питомники, которые украли мои фотографии, их порядка, сейчас я просто уже хожу по саду, их порядка, ну, около уже 200. Потому что Алексей Виноградов, мой друг, одномоментно их от 96 до 100 обнаружил с моими фотографиями, так? А потом в течение нескольких лет я научен еще нашел, от 50 до 100 я их не считал. И это все... и у них на сайтах нет ни одного сфотографированного дерева плодоносящего. Подчеркиваю, ни одного. Вот, где-нибудь плоды на тарелочках, это все из интернета. Вот так вот мы и существуем параллельно. Настоящий маточный сад. Вот. Но, к сожалению, мы вынуждены калечить деревья. Настоящий маточный сад. Эти же груши. Вот они одна. Видели? И все равно растут вверх. Казалось бы, раз верхушки, осветлил называется. Вот. Они не хотят форму чаши. Вверх, 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 вверх и вверх. Видели? А это величайшая глупость, не зная, что обрезка загущает груши. Вот. И когда якобы специалист, еще скажу пару слов, вот, устраивает шоу, называется «Целые лекции по обрезке», и так и пишут, как обрезать грушу, чтобы она не загущалась после этого. Бесполезно. Не получится. Как бы вы ее ни резали, вы отрежете ее за подлицо со штамбом. Казалось бы, ветки нет, все. Это. Что вы получите взамен? Больное дерево. Корни перестают работать, гниют. Потом она все равно выбросит побег. Если не там, то, как правило, ниже. И сколько я наблюдал? 10, 20, 100, 200, 500. Ни одного исключения. Обрезка груш на кольцо только загущает дерево. А они все долбят и долбят, потому что люди же им платят. А если написать, что ничего не надо делать, вот, и не осветлять, и не надо с волчками бороться, там борьба с волчками, она страшная, смертельная. Вот они, волчки, видели? Вот. Стоит вам только вот тут отрезать, смотрите. Вот видите, волчок неизбежен, а это замена, это уже новая крона. Вот. Нет, надо вот это вырезать, сделать страшную рану. И это специалисты, которые на всю страну себя, а еще называют себя выпускниками. Вот, у них есть эти самые звания, должности. А в саду
Такое печенье они вообще ничего не вырастили ни разу в жизни. А уж груши особенно. Самая нежная вещь. Нельзя отрезать. Вот. От загущения не спасетесь. Не спасетесь. Не спасетесь. Все, друзья. У меня мои 2 сыра истекли, потому что уже нет, осталось 1 минута и 5 секунд. И он откроется сам. Вот. Еще вот это не показал дерево. Но всегда одно и то же. Видели? Вот. Но еще раз говорю. Мы не осветляли. Мы отрезали. Сделали обрезку на появление специальных волчков. Эти волчки будущие черенки на прививку. Ну что, хватит. Вот. До свидания, друзья. Я надеюсь, хоть что-то, вот, хоть один из 1000 хоть станет настоящим садоводом.